Внимание, уважаемые алматинцы! В целях нераспространения коронавируса в городе введен карантин. Количество зараженных растет с каждым днем. Находитесь дома. Это единственный способ остановить опасный вирус. Все места отдыха, скверы, парки, аллеи, пешеходные зоны закрыты для посещения. Все предприятия города закрыты. Ваша жизнь и жизнь ваших близких в опасности. Единственный выход спастись – не выходить из дома. Берегите детей и пожилых. При появлении признаков простуды звоните на 103. По всем вопросам звонить по номеру 1406 и 1308. Всем привет! Вы на канале Мадин. Мы находимся в Алматы и сегодня 28 марта. Мы с Дианой купили вчера кучу продуктов для того, чтобы не выходить из дома на период карантина. Никогда прежде не закупались впрок. Сейчас это мера вынужденная. Это, между прочим, тоже очень нужная вещь. Сладкое вообще особо у нас не идет, а тут захотелось, купили тортик. В охотку по кусочку съели и все, остальную часть, наверное, заморозим. Птички голодают, купили для них специальный корм. Сегодня на рассвете особенно ждали их песен. Поют, слава богу. Что самое интересное, синички съедают черные семечки, вот эти продолговатые семена, а кругленькие оставляют. Ковыряются там в кормушке, выбрасывают, и вот почему-то их не едят. По двору гуляют счастливые толстые черные коты. А вот на заднем плане рыжий котишка, который пел песню «I love you» на сарае. Кто не видел, посмотрите, прикольное видео. Кися, ты маленький, ты тут так спишь, да? Хорошие носочки, да, у Дианы? Глаза вообще закатились куда-то. А-а-а. Шарики за ролики. Сильно блин. Еще у нас вот такие закрома. Здесь у нас варенье, абрикосовые, помидоры, собственно, нет, там томатный сок, два компотика, еще сливовое есть, коровник, помидоры в собственном соку, наши хрустящие огурчики, оранжевые помидоры, здесь у нас ассорти, мы еще не пробовали, то, которое мы делали, тут вот огурчики. Это не со сливами. Если кто не видел, как мы их готовили, обязательно посмотрите. Потом у нас здесь еще вот остался желтый лечо. И одна банка красного. Так что, товарищи, карантин нашему семейству точно не страшен. Мы еще долго продержимся, можем не выходить из дома. Хлеб мы умеем печь сами, поэтому живы будем, не помрем. Кому понравилось, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Ну, мне кажется, вы все поставите лайки. Во всяком случае, вам не сложно, а нам будет приятно. А какие закрома у вас, товарищи? Чем запаслись вы? Делитесь в комментариях. Всем до новых встреч. Пока-пока.